Андрей, вы пригласили Лина Айронса к себе в компанию. Сегодня закончился уже второй день вашей совместной работы. Что вы уже получили? На самом деле, когда я размышлял о том, приглашать ли Лина, я надеялся, что Лин поможет как специалист в различных областях решить несколько моих проблем. Одна из них – это создание эффективной работы отдела продаж и помочь мне с построением моей будущей стратегии на ближайшие несколько лет. Хорошо. А что вы получили уже? Я получил подтверждение тому, что мы на самом деле, наша компания получает такие инструменты эффективные для того, чтобы выстроить отдел продаж таким образом, чтобы это были профессионалы, даже можно сказать, профессионалы с большой буквы в своей области, в области продаж. А в отношении своего видения будущего своей компании я получил четкое представление на самом деле, что я хочу и чего хочет моя душа. Именно не те шаблонные стратегические задачи, которые они громко звучат, но не вдохновляют ни меня, ни сотрудников, а именно ту задачу и, возможно, задачу такую главную, возможно, главную задачу моей жизни, которая меня не только снова вдохновляет на новые победы, но дает мне, можно так сказать, смысл в дальнейшем существовании моей компании. Отлично. Кому бы вы порекомендовали такой сервис компании MTI Incorporated и его владельца Лина Айронса? Я думаю, что порекомендовать можно любому владельцу, потому что Лин, он специалист в различных областях. И у каждой компании, занимающейся частным бизнесом, начальный этап или это уже профессионал в своей области, для Лина будет очень много работы, потому что Лин может помочь в любой области. Хорошо. А компании в каком состоянии может помочь такой консалтинг, по вашему мнению? В каком состоянии компании? Да, вот в каком состоянии можно... Вот у владельца есть компания, она находится в определенном состоянии, да? Вот на каком этапе можно подключать Лина, да, чтобы быть уверенным, что он поможет? Я понял вопрос. Я думаю, что это должны быть действующие компании, которые столкнулись с серьезным препятствием в своем развитии, в своем каких-то, в тех моментах, которые тормозят их развитие на рынке. Это может быть внутренние проблемы компании, это может быть отсутствие технологии или неумение правильно распоряжаться инструментами управления. Хорошо, спасибо. По вашему мнению, в чем отличие вот консалтинга, который предоставляет Лин, от других компаний, которые тоже предоставляют консалтинг? На рынке на самом деле существует очень много интересных компаний, очень сильных, очень полезных для бизнесменов. Но, по моему мнению, главное отличие Лина в том, что он такой точечный снайпер. Если он видит глобальную проблему, он точно бьет в эту проблему, и эта проблема просто рассыпается в прах. Круто. Спасибо большое.